Да, ребят, всех приветствую, с вами Левша, и у нас очень жирнючий турнир от Тарифа Игровой, новый вызов от нового игрового. Так вот, цель турнира проста, цель турнира показать, кто есть кто, кто главный, как говорится, кто, получается, кто у нас там смотрящий за киберспортом сервер, да, ой, за турнирами, кто из игроков достойным быть смотрящим за данным турниром. Блядь, меня Чарфутру сейчас убьет. Это пиздец. Откидали кого-нибудь хотя бы, нет? Да, идея плохая. Задумка в итоге не зашла, да? Ух, нихера, нормально. Он зашла. Стандарт просто стоит. Пиздец, мне не повезло его. Блять, откуда это хер взялся там? Пиздец, просто. Леша уже сконтачил с кем-нибудь по поводу турнира ИСО. Да, на стальных охотник. Но я, во-первых, поздно вообще начал состав собирать, да? Вот. И там было два решения, по сути. Уйти и турнир, типа, поугарать, но, скорее всего, занять последнее место, да? Ну, потому что готовиться. Никто бы не готовился даже близко. Или попытаться все-таки там побороться за призовые места. Я решил, что надо попытаться побороться за призовые места и позвал в команду к себе Экстрима и Клумбу. Плюс там ситуация такая, что очень многие команды уже были собраны с прошлого турнира. Вот. Ну, такой вот у нас состав. Сервер бы одел бы краповый берет. Ну, краповый берет, да, если ты не заслужил, нехуй одевать, как говорится. Да, он недавно, кстати, знал этого малого тренера. Краповик. Я думаю, нифига себе. Говорит, мое уважение. Когда в Астрахани еще рукопашным боем занимался, там специально, там много дагестанцев было. И там пацан был, дагестанец, занимался с нами. Он занимался рукопашным боем, считай, и американским футболом или что-то такое. Ну, короче, там по физухе вообще просто машина. И мы с ним болтали, он говорит, я не смог сдать на краповый берет. Это было там лет 12 назад где-то. Вот, мы с ним общались, он говорит, я не смог сдать на краповый берет. Не вывез. Я такой, нихера себе, что ж там за этот... Если ты по физухе не вывез, кто-то там вывозит. Нормально этот Моусчен накидывает. Блять. Что-то меня пока стрелять стрельбой вообще все плохо. Но мне сражаться в любом случае. Бля, он сюда решил? А, это бизон-то, ёпта, бизон-то же мне сейчас. Бля, тебе пиздец мне. О, блядь, зачем я сюда поджался, сука? Ну, у нас, типа, здесь победа будет, да? Но мне по опыту херня дадут. Просто пиздец. Просто на ровном месте отдался. Еще и не пробил. Бля, этот говноед уже вот тут стоит. Ты прикинь, какая наглая ПТшка. Не пробил. Очень плохо.
Пока я плохо стреляю. Пока очень плохо стреляю. Ой, хорошо. Пока стреляю плохо, но выживаю. Это тоже важно. Блять, это что за долбоёб? Бля, это пробитый, сука. Я очень плохо стреляю в этом бою. Столько непробития. Блядь, мне кажется, я на подкалиберах в десятки лучше раз отыграл бы. Так. Пошел нахуй. Так, вовремя бежал. Понимаю, но мне нужно фраг, да? Бля, концовку вообще развез охуенно! Хороший бой получился. Нет, этот бой нормально. Ну, я не знаю, может, надо спускаться и светить стерву. Бля, бой полный говно. Хотя его еще победить надо. Блять. Ой, сука. Блять, долбоёб, я там же по мини-карте не был, его давно не светился. Надо было дальше здесь стоять и все. И ждать, когда светляка кто-нибудь приедет, засветит. Бля, мы еще этот бой сольем сейчас, да? Ой, сука. В итоге. Ну ладно, что, у меня 5 боев осталось. Ну 5 боев может быть хороших, и все. Блин, это обида саранная. А танк, на который я думал, у меня пойдет лучше всего. Потому что мне комфортен подобный геймплей. В итоге у меня самые сливы на нем пошли, блять. Ну вообще никто не поехаешь. Пиздец мне.
Блять, ёбаные тяжи, которые секуют куда-то вообще ехать. Пошел нахуй, я. Отступаем, блядь. Заехать никто не мог, что ли? Ой, блядь. Да. Блядь, просто ни один танк не заехал. Все, хотя бы один танк заехал. Вообще изи принимается. Они просто как мясо ехали. Хотя бы один танк был, я вот с этой позиции бы всех развалил. За бетонными плитами надо было прятаться и разносить. Ты имеешь в виду вот тут? Не, чел, ты чё? Это вообще смерть была бы. Я хотел здесь, я здесь стоял для того, чтобы хотя бы в позиционке начать накидывать, может, они побоялись бы ехать. Вот единственное. Но они просто на уверенности поехали. Здесь я бы отсосал вообще. Ты чё, вот отсюда сам на меня заходит вообще в хламину? Нет, это мертвая позиция. Вот это идеальная позиция. Вот это шикарная позиция. Но никогда на тебя танки 3 в упор едут. Потому что здесь они быстрее меня снесли. Работяга полевая, спасибо за... Дима, привет, расскажи, как проходит отбор на стальной охотник в этом году. Есть инфа, много топовых стримеров не позвали. Может, мысли по этому поводу. Назначили 10 капитанов. Как проходил отбор? Назначили 10 капитанов. Это там, если по списку идти, там я, Корбан, Станлок, Машина, Трис. Ну, короче, позвали, назначили 10 капитанов. То есть те, кто точно идут. Эти 10 капитанов набирали себе бойцов. Все. И вот каждый себе набрал. Ну, учитывая, какие взвода собираются, я мог собрать более веселый взвод, но мы, скорее всего, ушли в ангарбы с 10 места. Я подумал, что насчет медийности, ну, должны позаботиться разработчики, в плане, ну, организатор турнира, для того, чтобы в капитанов ставить более, ну, более крупных медийных чуваков, чтобы они себе команды подбирали. Вот. И, соответственно, решил, что хочу побороться на остальном охотнике за призовые. Поэтому я позвал экстрима, который в том году 3-е место занял вместе с Трис и Страйком. И позвал Клумбу. Вот. То есть позвал двух игроков, с которыми, ну, при этом готовиться особо к турниру не получится, ну, а надо это, думать насчет тактики. Ну, подготовки не будет, потому что я не знаю, будет ли режим работать в это время, да? Поэтому очень сложно. Блядь, сейчас убьет меня, да? Бля, в этом бою хорошо можно было намажить. Ну, в этом бою можно было хорошо потащить. Да, короче, обосрался меня Каен. Каен похоронил мои шансы на выход в топ-6, скорее всего. Ах, блядь. Такая хорошая сессия шла. Так прям чётенько все было. Ебать, там просто... Да, блядь, да попади ты. Нет, с тобой ему по-любому нужно, да, без тобой тяжело. Ебать, артовод не повлиял на 450. Да не, в пизду, короче, все. Приплыли, называется. Короче, стаба по-любому ему нужна. Да, без стабы никуда. На горле надо было на банане играть. Неху было на горле. Ладно, все, короче. Залил я полностью на этом танке всю свою сессию. А так был блызок. Ладно, ничего, бывает. Не первый раз проиграем, как говорится. Так, ну шо. Получается... Это, Клумба на первом месте пока идет, потом Шотник, потом Станлок идет, Инспир, Биовульф и я. У меня 999 опыта среднего получилось. Ну, почетное 12 место мое. Да, напомню, что турнир до субботы ребята играют, до субботы, а в воскресенье будет финал на 30 боев. Я старался, первая половина была стрима очень крутая. До Кэр Нарвона было все круто.
Хорошая сессионка была, особенно на 703-м отыграл прям козырно. И в итоге обосрался на Каене. Из этих трех танков мне 703-й зашел. Хорошо. Т-44-100. Ну, я на Т-44-100 я отыграл просто стабильно. То есть я не показал каких-то космических результатов или там плохих результатов. Просто стабильно на нем отыграл. А на 703-м там были хорошие бои. Все. Я погнал. Увидимся завтра. Пока-пока.